сейчас довольно такие тяжелые времена. Вы же, наверное, больше понимаете, чем вы. Вы меня хотите в общеполитическую дискуссию? Нет, просто интересно, что вообще хотя бы ожидать. Должно хватить ума. Первое. Найти выход из ситуации в Донбассе. Если не найдут выхода из ситуации, не тут это у вас. Не-не, ну надо найти выход из ситуации. Если думать, что там 5 миллионов народа, а тогда жило в двух областях 7 миллионов человек. 5 в Донецкой и 2700 в Луганске. 7,7 там народа живет. На всякий случай. Да, сейчас народ разбежался, там часть выехала, но там миллионы людей. Они были всегда нашими, они по-другому мыслили. Они не могут принять черно-красный прапор. Да я думаю, что и мы с вами к этому относимся по-другому.